тем временем я перехожу дальше. Вот, смотрите, такая фотография. Вот она фотография. Этой фотографии более 30 лет. На ней я читаю лекцию в Ростове среди тех, кто интересовался вопросами оздоровления. И вот что мне написали. Это как громко, конечно, сказано. Сам Бог тебя послал, Геннадий, но от надежды ты пришел. Ты многих превзошел в науке, творение муки испытал. Тебе подвластны времени сомнения, тебе подвластны времени сомнения. От Божьей Матери терпение, как дар за святость получил. Скольких людей ты излечил советом, дружеским участием. Нас всех ты одаряешь счастьем общения близкого с тобой. И благодарны всей душою тебе за книги, что ты пишешь, за знания, что ты нам даешь, за чашу нынешних страданий, что с нами вместе, Гена, пьешь. 23.02.92, город Ростов-на-Дону, клуб «Надежда». Итак, вот это 30-летнее фото. Это было только самое начало этого пути, на который я уже вступил. Сейчас практически конец этого пути. Проделана довольно-таки большая работа. Собраны, обработаны общечеловеческие знания о том, как свой организм содержать в порядке, как можно ему помочь в трудную минуту. Поэтому пользуйтесь этим знанием. Есть особый день в году. Наступает темноту, Новым годом он зовется, и для всех людей дается. Шелестят конфет обертки, там мандарин стоит, и наряженная елка огоньками нас манит. Веселись, народ. Наступает Новый год. Он врачу нам несет, он подарки раздает. Радость и любовь несет, это Новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебства мы жадно ждем, и почеканье бокалом ходит счастьем в каждый дом. Веселись, народ. Наступает Новый год. Что нам несет, он подарки раздает. Радость и любовь несет, это Новый год. Так и спи, дружок сердечный, наливай бокал скорей, загадай свое желание и под звон курорта пей. Веселись, народ. Наступает Новый год. Что нам несет, он подарки раздает. Радость и любовь несет, это Новый год. Бам-б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 ам